Сегодня, 8 апреля, прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством внутренних дел и Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия. До начала церемонии подписания соглашения руководители ведомств возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, погибших при исполнении должностных обязанностей. Предметом настоящего соглашения является организация взаимодействия органов внутренних дел Республики Абхазия и таможенных органов в целях защиты экономических интересов Республики Абхазия, решения задач, возникающих при раскрытии и расследовании преступлений экономического характера, непосредственно таможенных нарушений, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, оружия и боеприпасов, а также предупреждение совершения правонарушений и обеспечения на приграничных территориях Республики Абхазия правопорядка в целом. Соглашение подписали министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Будпа и председатель Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Отар Хеце. Такого рода межведомственное соглашение подписывается сторонами впервые за всю историю существования таможенных органов и органов внутренних дел Республики Абхазия. По итогам подписания документа руководители ведомств провели рабочее совещание в целях выработки общих механизмов взаимодействия и утверждения совместного плана мероприятий по приведению данного соглашения в действие.